Мэг. Марта, знаешь, это было безумие. Да уж. Ты в порядке? Да. А ты? Да, в порядке. Я... Слушай, никто не знает, что я звоню. Просто хотела... Хотела извиниться за всех. И... Наверное, спросить тебя, что ты станешь делать? В каком смысле? Ну, с наследством. Что будешь делать? А как лучше поступить, по-твоему? Слушай, я... Хорошо было бы все вернуть нам. Дедушка всегда о нас заботился. Мы же его семья. И ты была ему как родная, но настоящая его родня мы. Да. И... Марта, ты же знаешь, это нечестно. Мы всегда были к тебе добры. Ты для нас как родня, и мы о тебе не забудем. Ты должна все исправить. Ты знаешь, как надо. Марта. Мама банкрот. И говорит, мне придется бросить школу. Нет, 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 Мэг. Слушай, я этого не допущу. Я дам тебе денег, сколько нужно. И всегда выручу. Так и знай. Я о тебе всегда позабочусь, обещаю. Поняла? Спасибо. И как только... We'll be right back.